Коллеги, а рядом со мной спикер нашей деловой сессии Олег Костерин, компания InfoVision. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, наверное, сразу о нашей прекрасной сессии. Будет ли, была только что, посвящайте нас. Была вчера сессия, вчера мы разговаривали вместе, рассказывали вместе с компанией MyGroup о кейсе применения аналитики, когда отчеты превращаются в действия, о применении мобильного приложения. И, в принципе, рассказывали о том, как можно зарабатывать на аналитике, на использовании мобильных устройств сотрудников магазина. Собственно говоря, об этом была вчерашняя встреча. Ваше экспертное мнение. Давайте немножко о компании еще раз, чтобы наши зрители тоже воскресили у себя в памяти. Да, компания InfoVision, воскресаем в памяти. Мы занимаемся аналитикой, занимаемся роботизированной аналитикой, занимаемся цифровыми помощниками директора магазина, цифровыми помощниками категорийного менеджера. И именно об этом я буду сегодня рассказывать, как применять на практике и какие сервисы могут давать цифровые помощники для наших с вами категорийных менеджеров. Может быть, маленькая антология по сегодняшнему вашему докладу, потому что люди захотят на него обязательно сходить, но, может быть, какие-то такие ключевые моменты. Ключевые моменты, наверное, самым ключевым историей является следующее, что как только вы свои процессы зашиваете в мобильные приложения, либо в BPM-системы, и их избежать уже невозможно, ваши возможности масштабироваться, осознанно менять процессы, вырастает в разы, и это, наверное, главное направление, в которое имеет смысл в сегодняшнее сложное время направлять свои усилия. Получается, у нас всегда есть какие-то алгоритмы, которые мы хотим улучшить, и у нас есть, например, потребность в чем-то, и мы должны закупить какое-то оборудование, что-то делать, а тут телефон, который у каждого сотрудника постоянно с собой, может стать нашим постоянным помощником, при этом принося нам деньги. Да, безусловно, весь e-com, все агрегаторы не брезгуют пользоваться нашими мобильными телефонами для того, чтобы превратить их в средства коммуникации. Поэтому я считаю, что и розничные сети должны активно использовать мобильные устройства своих сотрудников, потому что у них цели едины, главное заработать и сделать доступный и качественный сервис для своих покупателей. Хочется выведать абсолютно все, но, я так понимаю, будет тогда не так интересно. Поэтому, друзья, приходите обязательно на эту сессию, будет супер интересно. Пожелаем вам удачи. Спасибо, приходите.